Сейчас мы на мокрую замываем капот. Восьмисоточкой. Проем у нас уже выкрашены. И на мокрую 800-ка затираем капот. Сегодня мы его красим. Первый слой лежит. Растеклась хорошо. Где-то мусор. Но его даже слишком мало, потому что ворот открыты, ожидалось много больше. И небольшой косяк. Пистолет погнал воду, хотя фильтра стоят. Потом точечно подкрасим. Ну, сегодняшняя работа включалась только покраски капота, поэтому в принципе она сделана. Ну, сейчас будет еще и второй слой. И второй слой. Все. Отлично.